Всем большой привет! Сейчас хотел вам показать одну модель горенки сверхмалой мощности, эжекторной, которая работает на отработанном чистом масле. Горенка эжекторная с подогревом масла. Вот сейчас включен проточный подогреватель мощностью 100 ватт за счет галогенки. У меня он есть на канале описан. Вот он сейчас выключился. Идет всасывание масла самовсосом за счет эжекции. Пробный пуск горенки из канистры. Расход очень маленький масла. Где-то 0,5-0,6 литра в час. Котельчик здесь факс юргинский. Вот сейчас горит факел горенки. Посмотрите, я показываю вам факел горенки. И регулятор мощности. Это воздух. Воздух на горенке стоит синий. И красное — это масло. Ее плавно можно менять от 8 до 20 киловатт мощность. Горит достаточно стабильно, ровно. Сейчас покажу вам дымовую трубу на улице, которая покажет качество сгорания. Это небольшая станция техобслуживания у нас в Кузбассе. Вот. И стоит котел факс, давным-давно его поставили. Площадь ее где-то порядка 60 квадратных метров. Вот срез дымовой трубы. Вот дымовая труба. Дымовая труба на работающей горенке. Вот посмотрите. Вот я увеличиваю. Это срез дымовой трубы. То есть выхлопа вообще не видно. То есть сгорание достаточно полное. И рядом соседи, это фирма Климат, у них работает дизельная горенка. Вот посмотрите, выхлоп с дизельной горенки, я показываю срез трубы. То есть работает на дистопливе. Вот, вот эта дымящаяся штука. Это фирменная горенка, так называемая. Котел, по-моему, Будерус у них с горенкой. И вот наша труба. Наша дымовая труба с работающей горенкой на чистом отработанном масле. Чистая отработка. Спасибо за внимание.